Московском училище Олимпийского резерва номер 1 состоялось общее собрание работников и обучающихся. Констатировав в докладе рост всех показателей работы и спортивные результаты воспитанников, директор Московского училища Олимпийского резерва номер 1 Герман Скоропопов отметил, почему такие собрания важны для всего коллектива. Я хочу, чтобы у нас была одна единая семья, и мы в этой семье обсуждали открыто, смотря в глаза друг другу, все те вопросы и те проблемы, которые перед нами стоят. Именно в глаза открыто и искренне. Вот здесь, на таких совещаниях, собраниях, мы должны быть искренними, ничего не бояться и никого не бояться. И здесь говорить о том, что наболело, что нас беспокоит. С тем же настроением прозвучали и выступления заместителей директора по спортивной подготовке Натальи Соколовой и по учебно-воспитательной работе Ильи Кутина. Вообще это мероприятие не то что полезное, оно важное. Оно должно быть в любой организации, где есть большое количество сотрудников, где есть большое количество обсуждаемых тем. Я буду в основном, да, скажем так, хвалиться, может быть, нашими результатами, о том, как у нас в прошлом году успешно наши обучающиеся сдавали ЕГЭ, ОГЭ, как сдавали выпускные экзамены, какой процент поступивших был. Ну и, конечно, всех присутствующих будем радовать, наверное, интересными перспективами, которые ждут училища, в том числе в образовательном процессе. А в ближайшее время, что будет, оставайтесь с нами, пока секрет. Час с небольшим заинтересным разговором пролетели для собравшихся незаметно. Это шанс посмотреть друг другу в глаза, рассказать, узнать, задать вопросы. Ну, училище для многих это уже вторым домом стало так-то. И поэтому все всем хорошо, всем нравится и все замечательно. В училище. По окончании официальной части прямо на сцене актового зала ряд сотрудников получили из рук Германа Скоропопова заслуженные почетные грамоты Департамента спорта города Москвы, а также благодарности руководителям Москомспорта и Московского училища Олимпийского резерва номер 1. Любимые учителя очень сильно поддерживают, особенно когда не получается что-либо сделать. Это невероятная поддержка у них.